Гонку возглавляет популярный комик, артист Зеленский. Можно удивляться, но факт, что именно Зеленский стал открытием в президентской кампании этого года. А его популярность тоже факт. И этому есть объяснение. Не олигарх, хотя и не беден. Не запачкан в коррупции, что хорошо. За ним нет ошибок, поскольку никогда ни за что и ни за кого не отвечал. Здесь все кристально чисто. Друзья, внимательно. Вызывает добрые чувства, поскольку может рассмешить. Даже если кто-то и не верит в его политический талант, все равно за Зеленского, как против всех. За Зеленским обиженный Порошенко, олигарх Коломойский, владелец телеканала 1+1. Это значит, что эфир у Зеленского гарантированно есть.